Танки в городе, и начинается резня. Приветствую вас, друзья, с вами Верос. Это штаб. Выступаем в направлении шахты. Повторяю, цель шахта. Будьте внимательны. Берите бронетехника. Диспетчеры на Стриклэнд. Как насчет поддержки с воздуха? Прием. Никак нет, сэр. Воздушные пространства пока не под контролем. Авиация занята более важными целями. Поддержки не будет до особого распоряжения. Понял. Придется разбираться самим. Внимание всем, это майор Стриклэнд. Авиации не будет. Наступление по плану Альфа. Вперед, вперед, вперед. Первая линия обороны, укрепление на станции. Это наше. Это наше, а вон... Попадание было. Пробитие. Деревья не давит он вообще, танк. Еще и по нам, кстати, кто-то стреляет особо. Так-то не прикрывают. Айдаха главный, впереди несколько целей, прием. Кто стрелял по нам? Кто со спины по нам стрелял? Признавайтесь. Пока не под контролем. Авиация занята более важными целями. Поддержки не будет до особого распоряжения. Понял. Разбираться самим. Давайте поедем тут. Внимание всем, это майор Стриклэнд. Авиации не будет. Наступление по плану Альфа. Вперед, вперед, вперед. Первая линия обороны, укрепление на станции. А бинокль есть? Нет, подсветить не получится. Хотя бы расположение узнать, где кто. Командир, тут слишком жарко. Нужно подкрепление, срочно. Ну вот, займись гранатометчиками. Выполняй, майор. Айдаха, главный, впереди несколько целей, прием. Контрольная точка. Блин, со звуком что-то вообще. Но благо хотя бы не вылетает. И за это уже спасибо. Намат, уничтожь этот вагон, чтобы мои ребята смогли пройти в долину. Но будь осторожен, похоже, там боеприпасы. Я подбит, я подбит! Завял твой ствол. Подохли помидоры. Фиговый. Даже через камни не переезжает. Мы тебя прикроем, лейтенант. Просто не танк, а какая-то принцесса. Свой. Но я тебе бочку там поджег. Иди. Вагон уничтожен. Можете идти. Понял, Лемат. Выдвигаемся. Прикрой нас. Командир, это Гриф-16. Мы на месте. Начинаем высадку десанта во втором секторе. Отбой. Лемат, к тебе приближается транспортник с морпехами. Приготовься. Высадка завершена. Повторяю, высадка завершена. Это наш подкрепление, Лемат, транспортник с морпехами. Не смогут пройти, пока ты не захватишь станцию. Сейчас сделаем. Черт, что это? Как станет разговор?
Где-то здесь подкрепление-то высадило. А, вот. Танк еще. В кустах засел. Не, ну тебя мы точно добили. Кто-то другой стреляет. Тоже неплохой позывной. И пожелание всего хорошего. Так, обходим. Внимание, морпехи! В долине полно корейских зенитов. Пока мы с ними не разберемся, поддержки с воздуха не будет. На мат мы не сможем вызвать авиацию, пока ты не разберешься с зенитками. Выполняю. Так, морпехи, пошли. А как-нибудь отремонтировать наш танк нельзя? Одна готова на бас. Где-то остались еще две. Тут просто критическое состояние сейчас танка. Нам один плевок буквально. И прощай, прощай. Помню, была игра, но это еще даже до танчиков. Вот там что-то песочный танк или как-то так называлось. С зенитками поддержки с воздуха не будет. Здесь проехать не дадут? Не, не дадут. Вот там порой тоже приходилось вертолеты сбивать. Подобным образом, просто по прямой наводке поднял ствол и вперед, даже без пулемета. Но принцип был похож, также у тебя был пулемет, у тебя был, ну, стрелок только отсутствовал. А там битва кипит, смотрите. Отсюда прямой наводкой не получится. Придется выезжать. Ладно, давай развернемся. Ты же плавать не умеешь, да? Вряд ли. Ты даже деревья ломать не можешь и камни переезжать. О чем может идти речь? О каких заплывах. Сейчас объедем. Там я вижу полянку. Система орут. Спасибо, что фонарики включаете. Без вас бы я... все равно не попал. Самолет уже в воздухе, Намат. Уничтожь последнюю зенитку, и они нанесут удар. Прогулочный этот катер брать я не стану, ну смысла от него нет. Просто добраться быстрее. Не, гусеницы позволяют, конечно, развернуться на месте. Позволяют? Да, позволяют в этой игре, нормально. Можно не мучиться, как на машине. И урон тем временем уже не такой печальный. Чуть помогли.
Главное успеть сейчас реагировать на фонарик, если вдруг он живой еще. В долине осталась еще одна зенитка. Разберись с ней, чтобы мы могли вызвать авиацию. Мы помним. А где там гнездышко снайпера? Я думал, ты где-то здесь. Там вышка, поинтереснее позиция, мог бы забраться куда-нибудь. Цель уничтожена, майор. Зовите авиацию. Отлично, авиация скоро будет. Спасибо, Намар. Продолжаем наступление по плану Альфа. Намар, тот неловкий момент. Так, возвышенность. Укажите цель для авиаудара. Сейчас сделаем. Скорее всего, пешком сейчас доберемся до этого холма. В любом случае, бинокль нужен, чтобы... Иду. Стрикленд, я на месте. Вижу склад. Но не тот склад. Там он суетятся, смотрите. О, все, засчитали, отлично. Не, ну мы-то Рэмбо, мы могли бы и сами зайти, да, вынести все. Новые танки? Да нет, пехота. Айдаха главная, это Гриф 6-4. Подкрепление на подходе, ждите спроса боеприпасов в вашем районе, отбой. Понял, 6-4. Намат, иди в точку сброса и возьми себе винтовку Гаусса. Понял, майор, заранее спасибо. Гриф 12, захожу на цель, буду вас прикрывать, отбой. Куда ты стреляешь? Где винтовка? А вместо чего возьмем винтовку? Ну, наверное, вместо тебя. Максималочка. Всего 20-ка. Ну, из тебя можно, конечно, снайперку делать вообще по-хорошему. И вместо снайперки брать. Почему эти нельзя разрушать и переезжать? Вперед, морпеги! Прорывайтесь по западному краю, я вас прикрою! Вперед! Ты слышал приказ, выполняй! Вперед! Идем! Минное поле. Намат, пойдешь вперед! Мы идем по долине к шахте! Кто стреляет? Ладно. Мин.
мина! По-любому. Хотя он мог и в упор пальнуть. Прорывайтесь по западному краю, я вас прикрою! Вперед! Ты слышал приказ, выполняй! Вперед! Идем! Наврат, пойдешь вперед! Мы идем по долине к шахте! А ну-ка, если чуть-чуть... правее тут проскочить не получится. Не, не обманешь. Судьбу не обманешь. Где? Вот он. Курсор. Захватите станцию. Пройдите к шахте. А, хотя мины видно. Вот они, не лепешки, лежат спокойно. По краям. Айдаха главный, здесь большой провал. Надо подогнать бульдозера из гавани, иначе не пройдем. Понял. А и сейчас будет много ужасов. Пробраться не дадут? Не. Я думал, текстуры порваны. Но нет, там в принципе еще цивильная пещерка. Задача выполнена. Дальше пробуждение. Ну, такая вот короткая у нас сегодня серия, друзья мои. По главам пойдем, чтобы не нарушать традиции. Зато танковый бой посмотрели. Всем добра. Пока-пока.